отец, Петунья. Никем. Он не работал. Он был безработным. И пьяницей, разумеется. Это ложь. Что ты сказал? Мой отец не был пьяницей. О, Господи! Не волнуйся, Петунья, я просто очень крепко сжала бокал. Кажется, тебе пора в постель. Не надо, Вернон, а ты убери. Отец тут ни при чем. Все дело в матери. У собак точно так же. Если сука попалась с изъяном, то и щенки будут ненормальные. Заткнись! Закрой рот! Что произошло? Близкий друг. Он предал их. Он их предал! Когда-нибудь он найдет меня. И тогда я буду готов. И тогда я убью его. Привет, Гарри. Я видел, что ты идешь. Все могло быть хуже, поверь мне. Вас уволили? Нет. Нет, я сам решил уйти. Уйти? Почему? Ну, кто-то проговорился о природе моего поведения. Завтра с утра налетят совы с возмущенными письмами родителей. Ну, что такое как? Я учит их детей. Но Дамблдор уже достаточно рисковал из-за меня. И потом, такие как я... В общем, я давно уже к этому привык. Ты чего такой печальный, Гарри? Все было бессмысленно. Петтигрю сбежал. Как это бессмысленно? Гарри, ты глубоко заблуждаешься. Ты помог узнать правду, спас невинного человека от ужасной гибели. Это дорогого стоит. Я горжусь, что ты так многому научился. Так, я уже не твой учитель, и я без всяких угрызений совести отдаю тебе это. Пора попрощаться, Гарри. Но мы еще с тобой встретимся. А пока... Шалость удалась?